Я рад снова тебя видеть, и это обзор нового интерфейса Картина ТВ. В этот раз мы поговорим о очень удобных функциях в видеотеках Картина ТВ. На примере сериала «Гаврилов» я покажу сейчас, как удобно и быстро можно пропустить финальные титры, чтобы как можно было быстрее посмотреть следующую серию. Вот они, титры, появляются в нижнем правом углу, следующий эпизод. Нажимаем на вашем пульте кнопку Enter, и, собственно, все титры пропущены, и вторая серия уже запустилась. Таким же образом можно пропустить и начальную заставку каждой серии сериала. И смотрим дальше. Часто бывает так, что вы досмотрели сериал, но хочется еще. И вам нравится, например, жанр детектив, либо комедия, либо все вместе и комедия, и детектив. В данном случае это сериал «Инспектор Гаврилов», рекомендую к просмотру. Так вот, если вы его досмотрели, то в меню видеотеки «Старт», на примере ее покажем, есть раздел «Похожие». Выбираете «Похожие» кнопками вашего пульта вниз три раза, нажимаете на Enter и входите в это меню. Вот, собственно, список всех сериалов, которые похожи на «Инспектора Гаврилова». «Престиж», «Многодетство», «Альфа Ромео», «Однажды в Абхазии» и еще с десяток классных фильмов, которые можно посмотреть в видеотеке «Старт». Функция «Добавить в избранное» полезна как и в телевидении, так и в видеотек. На примере сериала «Престиж». Мне он нравится, но сейчас нет времени его посмотреть. И чтобы потом не тратить время на его поиски, я просто добавляю его в избранное в видеотеке «Старт». Все, галочка стоит, значит, чуть позже я могу к нему вернуться и не тратить время на его поиски. Чтобы включить сериал, вам не нужно будет искать его в видеотеке, об этом мы говорили. Достаточно зайти в меню с левой стороны и выбрать «Избранное телевидение», «Видеотека избранная», заходите. И, собственно, здесь избранные телеканалы, они тоже сюда попадают. И вот сериал «Престиж», который мы для себя отметили. Функция «Продолжить просмотр» очень сильно упрощает жизнь всем зрителям Картины ТВ. Например, на видеотеке «Муря ТВ» вы смотрите сериал «Оборотень». Начали смотреть, отвлеклись и затем вернулись к сериалу. Так вот, собственно, в меню вы можете либо продолжить просмотр, индикатор, видите, заполнен, то есть на этом моменте вы остановились, либо начать смотреть сначала. В моем случае я хочу продолжить, то есть я выбираю первую позицию с индикатором, вижу, где примерно остановился, нажимаю на кнопочку Enter и продолжаю смотреть. Продолжить просмотр можно из главного меню интерфейса Картина ТВ. Делается это следующим образом. Вы в него заходите, попадаете на выбор редакции, листаете чуть-чуть ниже. И вот, собственно, все, что вы не досмотрели, собирается в эту библиотеку. Продолжить просмотр. Оборотень. Серия первая. Поехали. Не обязательно заходить в видеотеку и искать тот сериал, который вы начали смотреть. Удобная штука. А самое удобное, что происходит синхронизация, и сериал, который вы начали смотреть, не досмотрели и хотите продолжить просмотр, вам не обязательно делать это, опять же, дома на телевизоре. Сделать вы это можете со своего смартфона, потому что происходит синхронизация. Этот сериал появляется и у вас в телефоне на главной странице интерфейса Картина ТВ.